В эфире телерадиокомпания «Русский мир». Сегодня у нас передача «Наследники Победы». И здесь в московской студии ее автор и ведущий Юрий Бутунин. В феврале месяце этого года, это почти уже год прошел, мы начали цикл передач, который назвали «Наследники Победы». И мы стали рассказывать о маршалах Советского Союза, которые внесли неоценимый вклад победу нашей, в нашу победу в Великой Отечественной войне. И сегодня я хочу сказать о том, что, к сожалению, хочу сказать о том, что мы заканчиваем в этом году цикл передач, и последним, о котором мы будем сегодня говорить, это маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский. Давайте мы сначала посмотрим небольшой сюжет, который подготовила наша творческая команда телерадиокомпании «Русский мир». А потом я вам представлю нашего гостя или нашу гостью. Давайте смотрим. Родион Яковлевич Малиновский, полководец Великой Отечественной войны, маршал и дважды герой Советского Союза, народный герой Югославии, министр обороны СССР. Родился 22 ноября 1898 года в Одессе. В военную историю России вошел как выдающийся полководец Победы и видный государственный деятель, пройдя путь от простого солдата до маршала Советского Союза, от рядового пулеметчика до министра обороны страны. В его жизни было четыре войны – Первая мировая, Гражданская, Испанская и Вторая мировая война. Маршала Малиновского особо отличали выдержка и спокойствие в самых сложных условиях, мужество, сильная воля и высокие организаторские качества. Он считал, что военный человек на протяжении всей своей службы должен овладевать этим искусством. Весьма строго Малиновский подходил к профессиональной подготовке подчиненных, генералов и офицеров, невзирая на ранги и заслуги. С особой ответственностью относился к принятию решений в ходе военной операции. Спасибо за прекрасный сюжет. А вот я уже вижу, как камеры все настроены. И у нас в эфире дочь Родиона Яковлевича Наталья Родионовна Малиновская. Наталья Родионовна, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Родионовна, вот я, когда готовился к передаче, к этой, я очень много посмотрела ваше интервью, ваше высказывание, вернее, высказывание вашего отца, воспоминания о том, что он говорил. И вот я натолкнулся вдруг на такой сюжет, который произошел с вами. Я не знаю, когда он был, вы, наверное, сейчас расскажете. Я просто зачитаю, и вы спросили, в общем-то, наверное, о войне, и Родион Яковлевич бросил такую фразу. Фраза-то эта родилась не вот, видимо, не в горячности, а обдуманно и глубоко осмысленно. И, по вашим словам, он сказал, правду об этой войне еще долго никто не напишет. Так что еще рано ставить точку в истории вот этой войны. Точку, несомненно, ставить рано. Но я хочу напомнить обстоятельства, при которых была сказана эта фраза. Я узнала, что папа начал писать книгу. И что пишет он? Не о той войне, которая, ну, которая, собственно, впечатана в гены моего поколения, хотя мое поколение родилось после войны. И мне было так странно, что он пишет о Первой мировой войне, которая для меня была, ну, так же далека, как Куликовская битва и все остальное. Вот. И он сказал вот эту фразу, что начинать надо сначала, потому что и до той войны была война, война и война. И когда я поняла много позже, тогда, когда я готовила к печати вот эту его большую книгу, а это вот какая большая книга,
она в 16-м году была переиздана после того, как я ее сверила с рукописью. Я могу рукопись предъявить, именно рукопись, не машинопись. А это вариант нечастый. Я поняла, что его интересует становление человека. Не итоговый человек на войне. Его интересует, как становится человек тем, кем он становится. В конце концов, Ортега и Гассет сказал про жизнь потрясающую фразу. «Жизнь – это выстрел в упор». И вот как он его примет, как он станет человеком. И опять же, Ортега – это я плюс мои обстоятельства. Так вот, сколько во мне от обстоятельств, сколько во мне от себя, от своей воли. И вот это все и интересовало папу. И с той вот высоты 60-го года он вглядывался в этого парнишку, каким он был. И как в чужого человека, как в другого человека. И старался понять, что дало ему то очень тяжелое детство, что дала ему война. Вот как получилось из человека то, что получилось. И вот после этого только он и мог бы приступить к книге следующей. А вот эта фраза про то, что долго никто не напишет правды, она была сказана, как я потом поняла, глядя на маргиналии книжки, вышедшей в том же году, как, которая лежала у него тогда на столе, и книжки о важнейшем событии, о Сталинградской битве. Там масса интереснейших маргиналий. И вот, по всей видимости, она его настолько разочаровала, что и была сказана эта фраза. А тем не менее, у него ведь были начаты, это в Хабаровске происходило, у него были начаты воспоминания. Скорее, записки даже. О 41-м, о 42-м годе. Я знала, что они есть. И бесконечно долго, наверное, 10 лет, я пыталась до них добраться, потому что у нас их изъяли. Эта рукопись лежала у папы в столе, а на другой день после того, как его не стало, к нам пришли люди снять телефоны правительственные, и загрузили в большие черные мешки все, что было у папы в столе. Было так просто, если бы мы знали, что это будет. Вынуть эти бумаги из стола и все. Потому что ничего другого они не трогали. Только папин стол. Ну, мы же не знали. И вот куда делись эти бумаги, куда делся этот фонд, мне не удавалось узнать очень долго. И, наконец, чудодейственным образом я все-таки докопалась до них и очень надеюсь, что мне удастся эти тетради подготовить к печати и издать. Спасибо. Тогда еще я вот хотел сказать о том, что у каждого человека в жизни бывают и горькие, и радостные минуты. А вот говорил ли ваш отец об этих минутах? Что его больше всего, может быть, радовало, а что его и огорчало? Давайте, может быть, поговорим о военном времени, когда он командовал уже и войсками, командовал, и был уже подающий большие надежды для того, чтобы получить маршалское звание. Вы знаете, он был, во-первых, очень молчалив. Никогда не говорил,
разве его не спрашивали? А что я могла спросить, глупая девочка? Мне же было 20 лет, когда папы не стало. И что было вот в этой девчоночей глупой голове, даже и вспоминать не хочется. Конечно, сказал бы, если бы я спросила, но я ни о чем, увы, не спросила. А до возраста, когда делится своими воспоминаниями с близкими, он просто понятно, не понятно, но вы же владеете рукописями, вы смотрели его заметки. Вот вы сами считаете, что в вашей жизни отца было одно из горьких событий? Вот. Ну, это совершенно ясно. Это вот как раз 42-й год, это лето 42-го года, это сдача Ростова. Об этом он сам написал, когда в 46-м году рассылал журнал «Огонек» такую вот анкету среди военачальников и спрашивал, какой у них был самый счастливый день войны. И вот у меня сохранился черновик этого ответа. И начинает он не с того, какой самый день счастливый был, а с того, какой был самый горький день войны. Вот это вот я к этому и подвожу, да. Да. И это был день, когда пришлось оставить Ростов. Это одна из самых драматичнейших вообще вот вех той войны 42-го года в частности. А ведь 42-й год для нас был нисколько не легче 41-го. Эта драма для меня прояснилась, когда я прочитала стенограммы бесед Сталина с папой, вот с руководством Южного фронта. И мне кажется, что самый важный для изучения войны документ – это вот эти стенограммы. Если бы мы их прочитали все, то вот тогда бы мы поняли тот драматизм, который был внутри ставки, между ставкой и командующими. Когда разговор со Сталиным длится полтора часа, и на предупреждение, вот здесь у нас разведка доносит, собираются немецкие войска, они группируются, их много, наступление будет здесь, и слышат в ответ: вы паникеры, вам за каждым кустом мерещится танк, и ваша разведка никуда не годится. И вот это вот. Длится полтора часа. Господи, как можно без инфаркта и инсульта одновременно обойтись, я не понимаю. И нельзя было удержать... После Харькова нельзя было убрать Ростов. Там было такое крушение фронта, что штаб фронта уходил из Ростова вплавь. И то есть как тоже это происходило, это же уму непостигаемо. И вот... это был самый горький день войны для папы. И он пишет о самом счастливом днем, ну, кроме Дня Победы, кроме освобождения Одессы, как его родного города, все-таки было освобождение Ростова вот в этот раз, когда его окончательно отбили, потому что Ростов ведь один из самых многострадальных городов. Его дважды сдавали.
Понятно, но вот с именем Малиновского связана еще одна исторический, так сказать, приказ, который имел номер 227. Говорят, его сам лично писал Сталин, вот как начальник генштаба Василевский, в общем-то, вспоминает. Это приказ, который назывался ну, среди солдат «Ни шагу назад». Этот приказ последовал как раз за сдачей Ростова, и там были очень страшные слова о том, что Южный фронт покрыл свои знамена позором. И вот после этого папу вызывали к Сталину, и, естественно, было ожидать трибунала. Но... Ну, я так думаю, что Сталин хорошо помнил, что его предупреждали. И даже понимая, что он ошибся относительно лета 42-го года, когда он ожидал наступления 2-го на Москву, оно не состоялось, оно было на юге. И вот... Это память. Ошибки ему свои признавать было совершенно не обязательно, а вот помнить о том, что его предупреждали, он помнил. И поэтому всего-навсего папу понизили в должности и отправили под Сталинград. Сначала он командовал 66-й армией, а вот потом, после 66-й армии, в ноябре он приехал в Тамбов, чтобы принять 2-ю гвардейскую армию. Это был редчайший случай. Она была изначально гвардейская. Еще ничего не сделав. Но она оправдала свое название, потому что остановила Манштейна после невероятного тяжелого перехода чуть ли не в 200 километров, которые было, ее переориентировали очень внезапно. Кстати, у меня есть вопрос, а кто пропустил появление Манштейна в 40 километрах от Сталинграда? Ведь он же не на парашюте туда с танками спустился. Ну да, вот а что это вы имеете в виду, битва на берегу речки Мышонкан, да, Мышонкан, вот это вот? Речку зовут Мышкова. А Мышкова, да. А да, Мышкова, да, простите, Мышкова. И эта армия, 2-я гвардейская, изначально предназначалась... Затем, чтобы добить Паулюса в Сталинграде, потому что те армии, которые с ним имели дело, уже просто выдохлись. И вот идет свежая, прекрасная армия. И тут выясняется, что на подступах южных к Сталинграду Манштейн, танки, и им всего ничего до Паулюса дойти. И тогда все пропало, вот пропал весь тот труд ратный и тех, кто были в городе, и тех, кто защищали подступы к Сталинграду. Тогда Александр Михайлович Василевский берет на себя замечательно, гениальный поступок, он... переориентирует, не дожидаясь приказа ставки, по согласию с папой, 2-ю гвардейскую армию на отражение Манштейна. И они идут пешим порядком, меняют ориентацию. И это степь, это холодно. Это вот эти декабрьские дни вьюга в степи и с марша вступают в бой. Но бой должны решить танки. А у танков нет горючего. Они вот так вот.
Ну вот они дошли, там не предполагалось, что они будут идти вот таким вот образом. И вот здесь вот папа принимает совершенно фантастическое решение. Вот я бы спросила его, чего было больше в этом решении? Отчаяния, военного расчета или надежду вот на немецкую педантичность, которая не выйдет за свои рамки? Он отдает приказ танкам выйти. Всем, вот сколько их есть, выйти и встать так, чтобы их видели, в боевой порядок. Но в танках последняя заправка. Если Манштейн начнет атаку, то все. Они обречены, они мишени. И вот однажды было такое, ну, в общем, собрание, на котором мы оказались вместе с писателем, автором книги «Горячий снег» Бондаревым. И он выступал, а его художественная правда, она совершенно бесспорная, этой книги, это так. А после него предложили сказать несколько слов мне, и я говорила о том, как это было на самом деле. И вот говорила о том, что стояли эти танки, и вот как они стояли сутки друг против друга. Танкисты. Какое напряжение они испытывали. Какую ответственность и какое напряжение испытывали в это время папа, решивший это. И его друг вот навсегда с той поры, Сергей Семенович Бирюзов, начальник штаба 2-й гвардейской армии. Вот что они должны были пережить за эти сутки. Но звезды сложились так, что наше горючее пришло раньше, а подкрепление Манштейну, он запросил подкрепление, когда все это увидел, подкрепление ему не дали. И в эту рождественскую ночь, это вот католическое Рождество был канун, вот, и уже была определена, по сути дела, победа наша под Сталинградом. Понятно. Но вот как отмечает история, в дальнейшем Родион Малиновский больше не знал горького послевкусия слова поражения. Это я про Ростов-на-Дону. Вот так определили. Он действительно был человеком, который больше, кроме победных шествий, победы, он ничего не испытывал. Это понятное дело. Знаете, это слишком лучезарная формулировка, потому что слишком тяжела была ответственность, слишком трудны были задачи. И как-то вот не ощущалось это шествие безоговорочно победным. Ну, понятно, но со стороны и со временем нам же хочется поэтизировать, нам хочется возвышенного, поэтому я так и сказал. Вот. Несомненно, но ведь жизнь так драматична. А давайте я тогда меняю чуть-чуть тему. И я опять, когда готовился, я нашел фотографии вашей мамы, вашего папы. Они там вместе. Это Раиса Яковлевна и Родион Яковлевич. Общее у них отчество. И самое удивительное, они так похожи друг на друга на этой великолепной фотографии. А что там за история такая произошла? Вот они Яковлевичи. Небось, там говорили, что это брат с сестрой или там еще какие-то родственники. Они познакомились на войне как раз вот уже после Ростова, после крушения
фронта при таких тоже довольно драматических, предварительно драматических обстоятельствах. Дело в том, что у мамы своя биография, и Попочин ее уважал, помимо всего прочего, уважал за то, что ею было пережито и как оно было пережито. У нее была в прошлом ленинградская блокада. Она прожила там самую тяжелую первую блокадную зиму. Ее вывезли в последний день ледовой дороги. Это был 4 апреля 1942 года. Полтора месяца их везли по железной дороге. И ведь у нас какое впечатление, что вот их вывезли по этой самой ледовой дороге, и наступило полное счастье. Она говорит, что эта дорога на юг от Ленинграда была не легче блокады. У них ведь ничего не было, совсем ничего. Ну как люди эвакуируются после такой тяжелейшей зимы? Кроме карточек. Карточки отоваривали раз в 3 дня. Не сказать, что их все бросились кормить, да ничего подобного. А на станциях, она мне потом рассказывала, стояли такие благополучные, на их тогдашний взгляд, женщины. И они там торговали всякими вкусными вещами, всякой едой. А им не на что было это менять. И она мне потом говорила, это нам они казались такими благополучными, такими сытыми. А ведь на самом деле они были совсем другими. И вот их привезли под Грозный. Колхоз. Они чуть-чуть там стали похожи на людей через 2 месяца. И стало ясно, что фронт рушится. И вся там группа ленинградцев, ленинградок в основном, они сказали маме, нет, мы никуда не пойдем, оккупация – это оккупация, сил нету больше. А мама одна, она сложила в узелочек. То, что у нее было, был у нее кусок хлеба и кусок мыла, и сказала, я не затем жила блокадную зиму, чтобы теперь идти под оккупацию. И пошла, куда глаза глядят. И тут я много драматических сюжетов пропускаю. В конце концов, ее сжалились, взяли в армию, а в армию тогда вот так вот с улицы брали с большим трудом, потому что боялись диверсантов. Она всю жизнь благословляла того человека, того лейтенанта, который ей позволил, сказал, вот идите вот в тот домик, там наши девочки. Вот, и после этого было 2 окружения. Одна армия была совсем разбита, и командарм погиб, и начальник штаба, она была расформирована. Маме удалось выйти из первого окружения. Удалось ей выйти из второго, и оба раза она приняла ценные разведсведения, принесла. А мне она потом говорила, что на фронте, ведь вот и окружение, и на передовой она была, на фронте после блокады было почти не страшно. Вот. И после второго окружения с ценными разведданными ее представили к ордену. Орден вручал ей папа. Так они познакомились. А потом
она воевала в своей армии, он приезжал туда время от времени по своим делам и передавал привет ей. А так как она Яковлевна, то ее стали считать его сестрой, по всей видимости. Вот и такие сюжеты были. А когда его перевели на Второй Украинский фронт, и он с собой взял несколько человек, он взял и маму и сказал ей, что ему нужен свой надежный человек в столовой военного совета, потому что у них продолжаются там разговоры серьезные, и в это время должен быть кто-то безоговорочно свой. Когда они бывали на передовой, начальники наши, ей приходилось самой носить им обед, потому что не может же она вот там, где обстреливают, послать туда кого-то другого. И вот она, значит, несет им обед, туда приносит. И, как она мне говорила, вот Александр Михайлович Василевский, когда бывал, он всегда спрашивал, что страшно, Раиса Яковлевна, было, а вот папа никогда. Я у него даже однажды спросила, ну что ж ты, вот никогда и не спросишь об этом. Он мне говорит, ну что ж спрашивать, я знаю, что страшно, и знаю, что надо. Вы дочь маршала, министра обороны огромной ядерной державы. Вот как вам жилось-то при в таком папе? В школе, в институте и так далее. Вот как там все это происходило-то? Вас, наверное, везде узнавали, сторонились или наоборот? Все хотели познакомиться? Меня скорее не опознавали. Вот так было в университете. Когда я поступила на первый курс. А потом еще несколько человек в нашу группу пришли, а нас уже так называли по именам преподавателей. И мне вот один из вновь пришедших говорит, послушай, мне тут говорили в этой группе дочка маршала, это вот это что ли, вон та противная? Вот, та противная была вовсе даже другая девочка. И вот я почувствовала, что все правильно. И если я встречалась в жизни с предубеждением, я очень спокойно к этому относилась, потому что, ну вот, познакомимся, и точки над «и» расставятся. А что касается воспитания по этому поводу, то оно было совершенно четким и определенным. Мне мама говорила все время одно и то же. Мы с тобой должны вести себя так, чтобы папе не было за нас стыдно. Это мамин постулат. Папин... Единожды сказанное, то, что ты моя дочь, 125-е дело. Будешь кем-нибудь сама, мне будет приятно. Ну, а вот вы, как вы, папа, там, вот как вот, вот наступал день, там, так сказать, как вот в течение дня, вот это тоже интересно. Вы, наверное, так сказать, пап, привет, там, или еще, будешь кашу кушать, там, или еще что-то. Нет, вы знаете, ну, каждый занимался своим делом, да, мы действительно. Вместе завтракали, папа отправлялся на работу, я в школу. У мамы была куча всяческих дел, кстати говоря. Все время, пока мы жили в Хабаровске, он был уже и маршалом, она работала в библиотеке, она очень любила свою работу. А в Москве выяснилось, что быть женой министра – это своего рода работа. Сегодня надо обязательно встречать там бог знает кого, прилетевшего бог знает откуда.
потом будет культурная программа с этой мадам, ну и так далее. В остальном жизнь была очень... обыденной, так как и у всех. Ну как, что мне сейчас кажется очень таким значимым и удивительным. Вот приходит папа с работы, он садится, поужинали, он садится за стол. На столе лежит кот, смотрит ему в рукопись, папа тут что-то пишет или что-то читает. Здесь же сидит мама со своим делом. Как вы понимаете, у нас не одна была комната, но тем не менее, здесь же сидит мама со своим делом. И здесь же я на коленке делаю уроки. У меня есть своя комната, в ней есть стол. Но я здесь сижу, потому что папа дома, и нам всем хочется быть рядом. А вот я слышал, что вот якобы Родион Яковлевич был рыболовом. Вот это правда или нет? Да, охоту он не любил, ну, разве что на уток, а вот такую, где вот лани, это нет. Он любил рыбалку, а эта рыбалка меня измучила невозможным образом. Ну вот представьте себе, папа и мама оба любят рыбалку. И мама любит рыбалку? Господи, боже мой, она бы любила все, что любит папа, совершенно искренне. В ту самую минуту, когда она узнала, что он любит рыбалку, она ее полюбила невероятной любовью. Это было совершенно понятно. Я ведь человек ведь свою семью знает. Я искренне полагала, что вот эта вот идиллия, в которой я прожила 20 лет, что это норма. Правда, после этого я прожила еще очень много лет и насмотрелась всякого, что происходит в мире, и поняла, что это не норма, что это редкое, восхитительное исключение. Вот они нашли друг друга. И вот, значит, они совершенно счастливые. Дождик моросит, холодрыга невозможная. Они с этими удочками стоят, потому что у них клюет. Ну, а я же сижу здесь же. Мне мокро, мне холодно, мне противно. Я этих червяков видеть не могу. Но меня же никуда не отпустят, потому что дитё должно быть в поле зрения. Понятно. И тогда, наверное, последний вопрос. Вот очень много в книжных магазинах есть книги «Как стать счастливым», «Как стать миллионером», «Как сделать себе карьеру». А скажите, пожалуйста, а как можно стать маршалом? Как вы можете такой вот какой-то рецепт такой вот дать? А рецепт он вот он. Папа не видел даже машинописи этой книги. И он считал это первым черновиком. И он начал с самого-самого начала, с рождения, про которое сейчас развели такую мифологию, что как только взглянешь в интернет... Так сразу начинает казаться, что фамилия моя Монте-Кристо. Я даже это там читала. Так вот, здесь ему самому это было интересно. И когда я читала рукопись, мне тоже было любопытно, как выковывается этот характер. Ну вот, например, так. Он совсем еще парнишка, 13 лет, работает мальчиком на побегушках у купца, и вместо того, чтобы мечтать об этой самой вот буржуазной дороге к капиталу, он
занимается самообразованием изо всех сил, потому что что у него в анамнезе? Церковно-приходская школа, и все. Он занимается сам и при этом берет уроки французского языка у женщины, которая живет этажом выше. Ну да, мы известно, что он владел несколькими языками, ведь он же воевал еще в Испании. Я просто хочу сказать, что наше время уходит. И как книжка называется? Потому что очень плохо видно на экране. Как она называется, книжка эта? «Первая память». К сожалению, время нашей передачи ограничено. Наталья Родионовна, мы просто счастливы, что мы с вами повстречались, что вы нам все это рассказали. Спасибо вам большое. А я, уважаемые телезрители, еще раз вам хочу напомнить, что мы сегодня, к сожалению, завершили цикл передач, посвященный 75-летию Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. И эта передача называлась «Наследники Победы». И она была посвящена выдающимся полководцам нашей Родины, которые ковали вот ту самую победу вместе с простыми бойцами, с простыми солдатами, которые дошли в 45-м году до Берлина. Нам есть кем гордиться и чем гордиться. На этом я прощаюсь. Здесь в московской студии был автор, ведущий передачи «Наследники Победы» телерадиокомпании «Русский мир» Юрий Бутунин. До свидания. Всего вам доброго.